И первый американский уголь прибыл в Украину. Доставили его в порт Южный в Одесской области. Уже начали разгрузку судна. На борту 62 тысячи тонн энергетического угля. Топливо для украинских ТЭС будет отправлено вовремя, уверяет руководство Южного. В ближайшее время сюда прибудут еще 4 судна с почти 300 тысячами тонн угля.